братья и сестры, поздравляю вас с великим праздником, воздвиженичества Снага Животворящего Креста Господня. Сегодня по традиции на всеночное бдение выносится во время всеночного бдения пение великого словословия, то есть в конце утреннего богослужения выносится Животворящий Крест Господень и совершается чин воздвижения Креста Господня, как мы видели его сейчас. Это ведется с традицией стоящей, древней, церковной традиции, с того момента, когда патриарх Макарий Иерусалимский при обнаружении Креста святой равноапостольной царицы Елены, он стал поднимать крест вверх, а народ весь пел. Вот сейчас народ не поет, к сожалению, надо всем петь. Не только хор, но и всем петь. Такая традиция именно народного пения существует во многих церквах. И ранее была, но вот она сейчас потеряна. Так было бы хорошо, да, прекрасно было, если бы все пели бы божественную литургию. Господи помилуй. Вот и во время воздвижения креста, поднятия, когда он стал поднимать его, крест Господень, а до этого, как мы знаем, царица Елена именно возжелала, воспылала ревностью по Богу найти этот крест, Животворящий крест Господень, и приехал в Иерусалим после 300-летнего такого вот перерыва, решили все-таки найти крест, и долго не могли найти. И когда указали то место, где этот крест был зарыт, то обнаружилось три креста. Ну, как мы знаем, что два разбойника же были распяты, один по правую, другой по левую сторону от Господа Иисуса Христа. И чтобы определить, какой же крест, ну вот именно приложили этот крест Господни к умершему человеку, и он воскрес. И вот тогда все поняли, что вот он, Животворящий крест Господень. И вот и патриарх Макарий стал его поднимать. И весь народ стал петь: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Вот как мы сегодня с вами пели, когда крест поднимался, и мы осенялись крестным знаменем на все четыре стороны, вот, желая некой защиты. Ну, мы знаем, православные христиане, что крест является для нас защитой, не символом жизни, а не символом смерти. Для человека светского и малоцерковного он боится креста почему-то, найдут крестик на улице и боятся: это вот я чужой крест поднял, это я вот, значит, буду крест чужой нести. Ну зачем? Ну тебе у каждого свой крест. Ну нашел крест, радуйся. Напоминание тебе о чем-то, Господь тебе напоминает. Можно так рассудить. Вот. А не впадать в какую-то вот, в какое-то отчаяние, что я крест нашел и мне несчастье будет. Наоборот, радуйся, значит, Господь тебя посетил своим крестом. И апостол Павел посланием к церкви Галатийской так и говорит, что чем я могу похвалиться? Только крестом Господа Иисуса Христа, которым распят мир. Вот в нашей традиции православный крест изображается восьмиконечно. И нижняя планочка, она вот так наискось, да, изображена. И мы это из предания, из церковного писания, преданием знаем и объясняем так, что эта верхняя палочка вправо показывает на того разбойника, который покаялся и вошел в Царство Небесное, а другой, который все хулил Господа Иисуса Христа. И когда они на кресте висели, вот один хулил, а другой разбойник говорил ему: что ж ты хулишь-то? Да? Вот. Он-то ни в чем не виноват, а мы с тобой виноваты. И сказал: Господи, помяни меня, когда ты войдешь в царство твое. И Господь что ему сказал? Сегодня будешь со мной в раю. И вот церковная традиция именно изображает такой крест, показывает, что крест является неким для нас мерилом нашей жизни. Что мы с вами делаем? Как мы с вами совершаем свою жизнь? Тот поступок или иной поступок? Вот. Этим крестом распят мир. Не мир распялся кресту, потому что мир не распинается.
он живет совсем другими законами. Он наоборот живет, не распиная себя, а живет свободной такой вольготной жизнью, ни в чем себя не ограничивая, а наоборот говоря именно, раскрепости себя, делай то, что хочешь, да? Свои вот инстинкты ты вот выплесни наружу и живи, как тебе хочется. Вот что говорит современное понимание мира, такого вот жизни такой вот светской. Раскрепости себя, как один известный именно культурный деятель так и сказал. У наших, говорит, вот в обществе в том таком, где находится современная элита, певцы, артисты, как-то не принято о вере разговаривать, но зато принято говорить о сексе, да, вот, свободно. Простите за такое слово. Вот он так, он человек верующий, говорит, вот в этой элите принято так. О вере говорить нет, вот как-то не принято. А вот о таком развратном образе жизни как-то говорится свободно и даже вот хвалится люди этим. И вот для нас, дорогие мои, крест является таким вот именно точкой отсчета, как мы поступаем, или в правую сторону, наверх идем, или в левую. Вот каждый поступок, если мы именно будем его рассматривать через призму креста, как мы поступим, порядочно или подло, да? Себя будем спасать или ближнего своего спасать, врать будем или честно говорить. Вот, малодушничать или наоборот будем мужественными людьми. Вот мы всегда, наша жизнь именно, и мы совершаем свои поступки именно через призму вот животворящего креста Господня. Или мы идем в правую сторону, или мы идем в левую сторону. Вот это от нас, дорогие мои, зависит от нашего выбора. Что мы выбрали? Мы два разбойника выбрали. Один сказал: «Господи, помяни меня», другой проклинал Господа Иисуса Христа. Вот, пожалуйста. И в нашей жизни сколько моментов таких бывает. К нам приходит, попросит милостыню. Ну, вот часто бывает, к сожалению, такое. Там приходят люди, а ему говорят: вот иди туда, в церковь, батюшка, там тебе обязательно поможет. Иди, иди. Что батюшка с ним делать-то будет, да? Он же к тебе пришел. Ну, помоги. Копеечку ему дай, или что там туда? Хлебушка ему дай. Уж домой пустить это, конечно, трудно вот, в нынешнее время, но хотя бы чем-нибудь помоги. Вот мы порой благочестиво, в кавычках, перекладываем наш крест на другого. Вот пусть кто-нибудь другой поможет. Это, к сожалению, вот, в нашей среде церковной часто бывает. На кого-то благочестиво переложить твою трудность, которую тебе нужно делать, на кого-то другого. И вот мы должны быть тут честны перед Богом. А что у нас именно, что дает нам быть честным? Крест Господень. Вот тут не соврешь перед ним никак. Никак не соврешь. Перед крестом Господним, перед своей совестью. Она будет тебя все равно донимать, твою совесть, если ты поступил неправильно и подло. Поэтому мы, дорогие мои, будем с вами, да, стараться именно поступать, как нам велит наша совесть верующего человека. И накладываем на себя крест. И в самых трудных ситуациях просить о помощи Господа, чтобы дал нам силы перенести то испытание, которое Он нам посылает. А мы знаем, что выше наших сил испытания нам не посылаются. Всякие проблемы, которые на нас сваливаются, посылаются нам по нашим силам. Ну вот, желаю вам, чтобы все, которые на вас возвязаются трудности, проблемы, вы переносили с помощью Божией и вот с упованием на нашего Господа Иисуса Христа.